Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасенчик, это канал Размозгиб, и мы с тобой продолжаем проходить Elden Ring. Последний раз я вот здесь вот тут где-то умер. Также я записываю перед выходом, так сказать, на работу, поэтому посмотрим, может быть, серия будет нормальная. В прошлый раз, а может быть и нет. Может будут какие-то изменения. Так. По сути, у нас получается... У нас здесь... Сколько путей-то? Сейчас надо посмотреть, разобраться полностью. Полноценно. Так, здесь никого нет, потому что мы в прошлой серии здесь всех убили. В принципе. Опа. Интересно, это что за башня, проход? А тут спрыгнуть можно, кстати. А где птица? А вон она сидит. Там, а, подожди, там, по-моему, вообще другая какая-то. Что-то я... А, я в прошлый раз... Подожди. Постой. Нет, я не понимаю. Что-то я дезориентирован немножко в этом замке. Как бы здесь понятно. Это вот. Проход, это ток. Мы тут вот так проходили, вот так. Это башня открыта. Волки там наверху. Здесь слизни эти. Снизу мы пробегали. Да, здесь типа лифт какой-то. Все, это мы пробегали, это мы пробегали. Это вход. Не помню куда, но куда-то вход. Ну, вчера я, когда играл, я как-то плохо все запоминал. Короче, надо где-то здесь все-таки начинать. Походу, вот так. Лестниц нету никаких. Да, лестниц нету. Ну, по сути, здесь только один проход нормальный, адекватный. Ну, относительно адекватный. Я не понимаю, почему... Почему здесь вот это лежит. Я, видно, как-то... Эх, через верх бегал. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Где-то, да, вот картина. Отлично. Я думаю, как-то мы сейчас отсюда их и убьем. А то слишком уж жестко получается. Эти, нет. На тебе. Надо от них избавляться, а то они мне, видишь, покой не дадут. Вот этот, видишь, у него еще башка такая, он огнем, да, фигачит. О, раз. Бедная птица. Сейчас мы тебя избавим от мучений. Вот и избавили. Так. Так, вон там я помер, да? С какой стороны тут? Значит, в замок заходим вовнутрь. Странно, что я просто вот здесь предмет не взял. Это очень странно.
Да ладно. Угу. Это вот как раз где слизни падают. Это проход туда. Ага, все, я начинаю понимать карту. Хорошо, так, здесь у нас есть кто-нибудь в доме? Кто-то был. Кто-то был. Вроде нет. Так, лучник. Два с мечами. Это такие воины. Мы для них перекачаны. А, вот, в принципе, здесь-то мы и померли. Там на нас сейчас впереди-то нападет. Да-да-да-да-да. Ага, вот, все. Прекрасно. Мы немного отойдем. Потому что нам лучник будет очень сильно мешать. Вот, мы от мороза померли, точно. Во! Так и думал, что контратакой будет проще его забивать. Оп, вот это плохо. Это нормально. Вот все. Вот и все. А то в прошлый раз мучились. Ну, в прошлый раз неожиданно было, а сейчас уже как бы продумано. Блин, ну тут дофига предметов, по идее, валяется вокруг. А еще тут благодать, походу. Так. Забираем. Это где забираем? Так, это место я не видел. Хорошо. Либо видел, но непонятно, подожди. Но тут есть благодать, это уже очень хорошо, это прям прекрасно. Так, это дверь с той стороны, да, открывается? Угу. Если вообще открывается. Это явно какой-то босс. Поэтому мы пока туда не пойдем. Это прям очевидно. Так, ладно. Отсюда спрыгнуть можно куда-нибудь в интересное место? Нет, нельзя. Так. Но оно нам подсказывает, что вон там что-то есть. Можно как-то вот с этой башни. А как на эту башню залезть? Мы, по-моему, были наверху этой башни. Это же где картина, правильно? Это там с крыши как-то можно залезть и спрыгнуть, да? Хорошо. Но стоит ли оно того, вопрос? Мы в любом случае проверим. Просто не сейчас. Не конкретно сейчас. Здесь смысла нет спрыгивать. Ладно. Вот это что такое? Это слишком открытое пространство, нехорошо. Ой, совсем нехорошо. Кузнечный камень 5. Там еще какая-то благодать. А, вот и дверь, кстати. Как будто с обратной стороны. Там еще что-то. Ага. Ага, а наверху как босс какой-то тоже. Что-то тут дофига боссов вокруг. Прям очень много. Так, туда вниз смысла нет падать. А здесь. А, это мы. Перед лифтом, все, я понял. Так, золотая руна.
Ага, вон еще один рыцарь. Хорошо, с собакой. Иди сюда. Да ладно. Ой-о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 й. Спускаемся. Нам надо, чтобы второй волк тоже спрыгнул. Зараза. Есть. Короче, их через контратаку проще всего убивать. Понятно. Теперь не обязательно, что второй волк тоже спрыгивал. Если он там один... А он, скорее всего, там один. Его просто можно забить. Так. Это куда-то ведет. Лестница, все понятно. Туда не надо спрыгивать. Глупый волк. Так. Здесь тоже ничего такого. И здесь, правильно? Вот здесь, кстати, вон. Но он никуда не... Это, наверное, одно из мест. Можно было бы туда отпрыгнуть. И оттуда убивать спокойно. Если не справлялись бы с противниками. Так, посматриваем вон на ту башню заодно. Параллельно. Хорошо, там какой-то наверх проход. Здесь у нас что? Опять-таки ничего. Но тут нам показывают, что мы как-то можем... Не, ну а нам туда смысла нет. Вот как раз наверх. Спрыгнуть, и мы окажемся в этой башне. Ну да, это надо как-то оттуда сверху спрыгивать. Там выискивать. Но не здесь. А здесь у нас что? Здесь мы были. Это вот из той дырки вылазили. Угу. Ладно. Интересно. Так, интересно. Слишком подозрительное место, что нигде ничего нету. И чувак зачем-то забрался, непонятно. Посмотреть на эти стены, но зачем? Там видно, как... Не, не там, где-то в другом. А, ну вот, вот там вот получается, там как вход. Ага, вон лифт. Угу. Зачем сюда тогда было? Так охранять. Вообще без, самый бестолковый проход, наверное, какой только мог быть. Вот сюда спрыгивать, а для чего? Непонятно. Вообще непонятно. Этот же проход никуда не ведет, по сути. Пойдем сверху посмотрим, что.
А, подожди, а как сверху пройдем? А сверху никак не пройдем. По сути, туда у нас проход закрыт, нам только вот здесь. Но здесь что-то много кровищи. Сейчас, небось, кто-то появится просто. Попробуем вот эту дверь открыть. А не дает, смотри. Это плохо, это очень плохо. Так, возможно, это... Вот тут недалеко, если что, благодать. Ладно. Так, о, великое солнце, холодное солнце Соло. Сдайся на волю затмения. Даруй жизнь бездушной груди костей. Шотел затмение. Уже кто-то где-то телепортируется. Кого-то сагрили. Я лучше здесь пока постою. Так, так, Шотел затмение, да? Я думаю, мы его увидим, как он выглядит. Не пропустим. Хотя, кто знает? Не, вот он. Так, во-первых, сила, ловкость, вера. Вот так вот. Величайшее сокровище замка Соло, украшенное изображением солнечного затмения. Легендарное оружие. Затмение вселяет благоговейный... ужас в сердце обитателей замка. Они не могут отвести глаз от этого пугающего и одновременно величественного зрелища. Особый навык – смертельная вспышка. Зажгите тусклое солнце пламенем принца смерти, дабы навлечь на врагов погибель. Используйте навык повторно, чтобы опустить оружие и спровоцировать взрыв. Понятно. Ладно. Кого мы там сагрели на себе? Вот впереди. Мы пока вот здесь походим, внутри. Так, что пишут? Осторожно, враг. Да уж додумался. Что? Ага. Это... А, это эти! Полностью? Да ладно! Ой-ой-ой-ой, какой тяжелый замок! Просто разом все хп, прекрасно, просто прекрасно. Все-таки разработчики, видно, рассчитывали, что здесь у человека будет 40 на жизнь прокачано. И где? Ага. Понятно. Будем по одному пробовать избавляться, что делать. Зараза какая. Смотри, по одному они как-то просто агрятся. Так, тут еще один где-то должен быть. Вот. Есть. С учетом, что один раз он захватит и все, надо быть очень аккуратным.
Тут ничего нет, классно. Посмотрим, что наверху. Так, ну наверху никто не захватывается, ладно. Враг, где? Вот, отлично, спасибо. Получается, нам сэкономили время. Да блин, да ладно. И что делать? Это не Genshin Impact, я не могу призвать деда, чтобы... О, спасибо. Чтобы сделать колонну. Так, хорош. Вот, в принципе, здесь кусочек готов. Ага, вон и босс. И чё, к нему каждый раз так бегать? Так, хорошо, вот он лифт. Сейчас мы его активируем. А тут типа спрыгнуть, да? А, лук попробуй. Зачем? А смысл, если там все равно ничего нету? Или надо было вон туда спрыгивать? Что-то подсказывает, что да. Да, смотри, вон туда спрыгивать. Поход дела. А я же смотрел, подожди, там же нельзя спрыгнуть. Или я плохо смотрел так? Ага. Еще вон пути. Аж на два этажа пусть. Попробуем пробежать. Давай вначале вот этот путь попробуем. То, что я изначально предложил. Насколько он рабочий? Оп, вообще не рабочий, вообще не рабочий. Ой-ой-ой. Так, лифт, лифт, с какой стороны лифт? Они все спрыгнули, да? Нет. Вообще не все. Вообще не все волки остались. Остались волки, вонючие волки. Нет, ну смотри, там мы были. Все-таки. То есть это бестолковое место все-таки. Да иди в жопу. Это, наверное, чтобы вот это забрать. А. Так, это, нет, это не та платформа. На этой платформе ничего нет.
Так, это обычный... Так, все, я вспомнил это место. Все, это вот как раз где обстрелы. Это где обстрелы? Это с двух сторон. Так, 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 так. Это вот мы там тоже же пробегали. Ай-яй-яй, так. Вон там спрыг. Ненужный, кстати, спрыг. Подожди, а это... Это мертвый просто, понятно, классно, потрясающе. Оно того не стоило. Считай, минус 86 тысяч. Как же обидно-то. Это прям так не в тему. Ладно. Пойдем здесь. Там лифт открылся. Теперь через лифт можно спокойно гулять. Ну, конечно. Естественно. Ага. Ага. Газина. Этот мне чем-нибудь здесь... У него ничего нет, он мне помочь ничем не может, он нафиг не нужен. Бесполезный мусор. Так. Здесь какой-то обход есть. Угу, вон как раз вещь тоже лежит. Раз человек тут возвращался, значит, это тупиковое, скорее всего, место. Значит, наверное, стоит. Крыс, слышу крыс. Это, по-моему, с той стороны крысы. Оп. Да-да-да-да-да, конечно. Эй-эй-эй, а можно мне вылезти? Нельзя. Ну, я как и сказал, минус 86 тысяч. Угу. Ну, тут получилось мега тупо. Меня просто зажали. Если бы не это зажатие, все было бы нормально. Так. По крайней мере, мы знаем, где босс. Уже хорошо. Так. Сюда, сюда. Самое обидное, что за них ничего не дают. Ой, мимо. Нормально. Попал. И чего? Ты своими пинками пытался достичь. Ага, смотри, а там какой-то вниз проход. Ладно. Ну это 100%. Вначале сюда, потом там. Дальний бой отсутствует, потому что видно, он сюда переместится. А что-то он пока не перемещается. Да попади ты. И куда? Вообще из замка. Ок. Ок, 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 ок. Ну тут хотя бы пространство огромное. Тут он меня не зажмет. Тут тоже хорошо через контр, но... Как видишь, не срабатывает. Ах ты ж гадина!
Вот и все. Да, только теперь оббегать тут. Ой, причем не с лучшей стороны. А, нет, с нормальной стороны, кстати. Вот те на. Так, через лифт, да, надо подниматься. По-хорошему. А где лифт? А лифт где-то здесь. Лифт где-то здесь. Надо же, лифт открылся, и столько мест сразу появилось. Все новыми красками заиграло. Так, здесь надо попробовать, по-моему, на самой веры, да, выходит. Где там благодать-то? Сверху, слева? Точнее, справа, ладно. Так, вот это что за проход? Это куда? Так, ну это очень близко к благодати. Хорошо, да, все, отлично. Подъемник наверх. Отлично. Все помню. Поднимайся. Одного уже убили, а этот пусть... Пусть стреляет, нравится. Так. Чё же он там такого охранял? Давай посмотрим. Что там такое ценное? Мои жалкие души. Это уже пятый уровень, как минимум, наверное, был. Просран, я так полагаю. Медальон с лазурным янтарем плюс один. Это неплохо. Так, откуда я это видел? Откуда я... Ну да, это я откуда-то видел. С какого-то момента. Ага, это начало. Это прям начало-начало, я понял. Ну а что, у нас к боссу проход открыт? Чё бы теперь не полазить, не побегать. Остается вот это место. Так, что у нас здесь за провал? Это куда? Угу. Еще одна лестница. А, это можно было отсюда вообще попробовать обстреливать. Это вот лестница. Ага, все, я понял. А вот это что? Там крысы. Я вижу. Сколько их? Много. Четыре вижу. Четыре крысы. Угу. Значит, мы здесь не были, вот здесь. Потому что это крыски отсюда.
А с тобой что не так? Чё ты стоишь? Ага. Даже 5 было крысок, да смотри, а. Ой, выносливость выбила. Не уследил. Хорошо, так, что тут охраняло? Кузнечный камень, да? Хорошо. Куда бы мы отсюда попали? Еще там что-то? Что, никем не охраняется? Никого нет. Руническая дуга, вот так вот. Вот тебе на, сюрприз. Угу. До этого начала. Так, теперь где у нас эта книга была? Вот в этом, да? В центральном здании, только... Как в него попасть? Вот отсюда, да? Ага. Ага. Эть. Все, отлично. И наверх. По лестнице. Волки сейчас побегут за мной. Но волки лазить по лестнике не могут. Тупой вол. Так, что нас наверху ждет? Ничего, но с какой-то из сторон можно спрыгнуть, получается, да? И получить свое, так сказать. Вот это, да, сторона? Или нет? Да. А, этот. Это с той стороны. Как бы. А мы все равно же сюда не попадаем. Так, как тут залезть-то? Ага. Вот так можно залезть. Все. Вот. Секира штормовых ястребов. Ты где-то здесь, да? Нет, это алебарды у меня. Так. Дубины. Вот. Где-то здесь. У меня 2, уже такое было. Ага. Хорошо. Так, и что остается-то? Босс остается только? Нет. Вон еще. Это откуда? Откуда? Так. Это вон мост. Спрыгнуть направо. Да иди ты нафиг отсюда, уходи. Классно вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Потрясающе. Какие небезопасные чуваки. А как? Подожди, я не понимаю. Мне плевать уже на те души. Сейчас, кстати, будет просто из-за этого к боссу идти. Я пытаюсь понять, как мне до тут добраться. Сейчас сообразим. Так, можно как-то оттуда спрыгнуть. А что это за место такое?
Это где вообще? Это вот крысы. Это спуск к крысам, это... Сейчас сообразим. Ты где-то отсюда, получается. Вот, походило вот это место прям. Прям вот четко вот это место. Но это надо от этих избавляться. Так, вот он мне давать будет или нет? Вроде нормально дает. Так, это... Вот на эту, что ли, надо забраться вот здесь? Оп-оп-оп. Да, вон она, в конце. Все, отлично. Это мы собрали. Там еще где-то что-то было через какое-то окошко. Так, кузнечный камень 8. Прекрасно. Через окошко, да? Надо будет потом эту запись посмотреть. Где-то что-то через окошко было еще. Так. Сейчас я еще раз пробегусь. Так, быстрым взглядом. Прям максимально быстрым. Там мы вроде все собрали. Где же какое-то окошко было? Там все собрали. Это перед мостом. Так, лифт аккуратно. Ну, не, надо по записи смотреть будет. Причем это окошко было практически в начале. Я потом внимательно посмотрю по записи, прям себя включу. Там мы выясним, где примерно. Потому что отсюда мне непонятно. Я не вижу больше пока ничего такого. Там забрали. Там прям четко было видно, где-то какое-то окно, и где-то можно было спрыгнуть. Вот там есть только еще что-то может быть. Но как туда залезть, фиг знает. Ну что ж, пойдем. Раз тут нам говорят, что босс, пойдем на босса. Так, сразу же вот на этого... Угу. А вот это как-то плоховато выглядит. А так морозом ужасно выглядит. Просто ужасно выглядит. Тихо, 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 тихо. Да чтоб тебе. Обморожение. Так,
Фух. Следим за выносливостью. Я так полагаю, мне на всякий случай нужно хотя бы половину держать. Чел, перестань. Я так полагаю, там от обморожения я получил. Ох. Нет, нет, нет. Нет. Отстань от меня. Просто спамит и спамит, посмотри. Не вовремя, не вовремя. А, нет, нормально все. Пока все блокируем. А что это? Что это за... А, я понял. Неважно. Так, окей. По ходу дела магии здесь мы будем ковырять очень долго. Блин, а не магии, я получаю дофига обморожения. А, ну хотя вблизи он такой более-менее. Ох, более-менее, ага. Тут я сейчас могу получить от обморожения такой пинок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А когда моя очередь бить? Вы мне не подскажете, сэр? Ну смотри, он мне не дает подойти. О! Нет! Нет, нет, обморожение! Сейчас, если получу обморожение, то мне мало не покажется. Все, последняя бутылка. Обидно. Сейчас я начну всякую фигню делать. Лучше бы я его продолжал ковырять магией. Было бы больше шансов. А сейчас даже не знаю. Вот это глупость моя, моя глупость. Нормально.
меня в угол как-то забивать начали. Так. Ага. Угу. Блин, да ты что, серьезно? Оп. Ага. Рано я прыгнул. Вот это обидно прям. Ой, вот это обида. Мне так обидно очень, давно не было. Это прям, это во-первых, с первого раза было бы практически. И прям чуть-чуть не хватило урона, прям вот чуть-чуть. Это вот прям нехорошо. А куда я бегу-то? Где лифт? Может, проще от центральной площадки бегать, а не отсюда. Да отстаньте от меня. О, все, я в ловушке, да? Нет. Так. Вот отсюда будет проще бегать теперь на него. Потому что там до лифта и просто от лифта налево. Да, это прям было неприятно. Так, лифт, лифт, да, все правильно. Что-то я задумался. Угу. А мог прям с первого раза ведь уничтожить. Но... Я потупил, когда решил все-таки. Типа такое, а буду сражаться копьем дальше. Это была главная ошибка. Время он прям тебе вообще не оставляет. Прям вот вообще. Вот видишь, на лифт и налево. Так, ну давай сразу вот эту бутылку, чтобы сразу призвать свою каплю. Вот как раз он призывает, и ты призываешь. Нормально. И понеслась. Есть. Да переключись ты на него. Сейчас тупо видели, что происходило. Мне не дали просто переключиться. И вот эта капля вообще ничего не дает. Эта капля прям вот вообще ничего не дает. Поэтому будем мага призывать. Ну ты видел, да, что случилось? Это капец. Это очень нечестно. Посмотрим, может быть, я давно очень не призывал Лутель. Может, стоит ее призвать. Наверное, стоит. И босс достаточно такой неповоротливый. Можно магию какую-нибудь и помощнее использовать. Вот это навряд ли. Огненный я не знаю, что у меня там. Вот это бы я попризывал бы.
стрелу, так сказать, волшебную. Это чтоб в следующий раз мне не бегать. Да, понеслась. Угу. Так, подготовка успешная у нас произошла. Блин, ну в самый мороз, конечно. Так, тихо, 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 тихо. Ребят, давайте не будем. Так, ну хорош, Лутель держит. Отлично. Есть. Задержка, очень большая задержка в его этой атаке сраной. Не успел, не успел. А сейчас-то что, вдруг попадать стали? До этого-то не попадал. Ага, есть время подлечиться. Угу. Все, забили. Перестань. Так, Лутель, давай на себе переагривай. Готов. Отлично, протез ветерана. Ух. Протез ветерана. Так, это что, оружие было? Так, ну это точно не щит. Так. Не вижу пока. Да, вот он, да? Да. А, ножной протез клинком, наделенным силой молнии, который, как ни странно, крепится к руке. Командир Найл, ветеран из замка Сол, обменял этот протез на жизни плененных рыцарей. Позже он возглавил это неприкаянное войско. Особый навык — грозовой пинок. Сотворите бурю, вонзив лезвие ножного протеза в землю. Продолжите серию сильной атаки в прыжке и поразите врага молнией. Сила, ловкость. Причем по минимуму. Кулак. Рубящий, колющий. Интересно. Фух. Фух-фух-фух.
Пойдем заберем. Там, правда, по-моему, ничего. Так, да, ничего. У нас 90 тысяч, да? А сколько нам на уровень надо? Поговорить я явно ни с кем не смогу, потому что нас бросили. Оставили на произвол судьбы. Так, давайте, время пришло. Время, которое из... Сколько она даст? 5. Значит, мне еще... еще 5 штук. Угу. Там 120 с копейками. Сколько там копеек этих надо? 373, понятно. Две начальные. Чтобы так обидно не было. Так. Вот. Теперь повышаем уровень. Так, что мы с тобой качаем? Стойкость. Стойкость до того момента, пока мы не сможем надевать этот, да? Все еще тяжелое снаряжение. Хорошо. Так. А я не могу, что не так. Думал, геймпад сломался, а это... Просто проводок застрял от наушников там между. Так, получается, ага, у нас как бы отделенная часть замка была, ты смотри. Мы как бы попали в другую часть замка, да? Давай вначале здесь посмотрим. Классно, ничего, просто, да? Потрясающе. Так... Так. Я, кстати, спросил у друга, он да, сказал, смотри, вот эта вот часть, вот, сейчас я скажу, где, вот это вот, это сюжетная часть, и он сказал, что правильно я понял, что где у нас вот здесь, вот где-то мы вниз спускались-то, к дереву. Трон Элдена, вот где дерево вот это вот как раз, где нужно сжечь корни. Это типа последний босс. Поэтому мы вот этот кусок будем изучать в конце. Мы вначале где-нибудь здесь порыскаем. Попытаемся понять, как вниз туда спуститься. Еще один лифт. Вот так неожиданно, да? Хорошо, куда? Вверх, вниз? Вверх. А внизу что? Не показано, не видно. Хорошо, специально скрыли, специально, я соглашусь. Надо будет проверить. Либо там реально ничего, что-то какой-то проход странный. Так, это интересно. Там какие-то духи. Что тут? Так сказать, только начало, не сдавайся. Начало чего? А зачем? Зачем народ туда прыгал? Народ глупый? Непонятно. Вообще непонятно. По-моему, ничего нет по бокам. Так, что это? Как заговорить? Прости меня, владыка Микела. Солнце до сих пор светит. Нужно было молиться усердней. Твой друг так не обрел душу. Я больше никогда не увижу. Твое чудесное святое древо. Тайный медальон святого древа, левый. Так, сейчас посмотрим. Тут народ явно просто так падал. Зачем? Не, вот здесь я начинаю понимать. А
Там что-то есть. Так. Это же не просто так место, правильно? Или просто так? Мне что-то... Подожди, не понять пока. Сюда-то спуск для чего-то нужен? Или нет? Похоже, нет. Похоже, он здесь не нужен. А зачем вы это сделали? А непонятно, зачем это было сделано. А это для... Будь у меня скоробей, и что? Нет, а для чего это? Просто мне не ясно. Это начало простой башни и все. Так, вот тут посмотрим, да? Блин. Но по виду как будто там ничего нету. Ну да, так и есть. Просто это... ненужная часть. Так, ладно, посмотрим, что за медальон. А где у нас все ключевые? Вот они, предметы, да? Святого древа, левое, соедините медальоны и включить подъемник Рольда. Запустить большой подъемник Рольда. Подъемник Рольда, это же... это вот этот, да? Да, большой подъемник Рольда. Так, хорошо. Явно что-то намечается, но мы пока тогда не пойдем. Пойдем вот сюда, отдадим этому. А то в прошлой серии мы получили же там вот этот вот кусок от смерти. Вот. Раз он у нас сжирает их, надо ему отдать. Пусть ест. Вот. Отдать корень смерти. Я не в силах забыть. Мой аппетит. Мой грех. Мне нужно еще. Я хочу еще. Коготь Гуранга. Новое заклинание. Это из святых, по-моему, да? Да, вот оно. Коготь. Звериные когти, порождающие ударные волны. Высшая молитва Гуранга, жреца зверя. Звериные когти порождают ударные волны, которые расходятся в разные стороны. Он... о былой жестокости Гуранга слагают легенды. Неудивительно, что его прежнее имя означало смерть полубогов. Так. Хорошо. Еще, я не насытился. Дай мне еще смерти. Так, окей. Окей, ладно. А, того я пока не рискну трогать вообще как-либо. Поехали. Мне еще интересно, куда этот ушел. Лоскутик. Танит. Непонятно, что с ней делать. Александр что-то никуда не торопится. Это такой торговец-кочевник. Это что за два телепорта? Ага, это друг на дружке какие-то. Ну, это еще успеется. Может быть, я на днях побегаю по карте, еще что-нибудь найду. Интересно. Ну, пока пойдем. Декстус.
Но один медальон мы использовали. Нас подняло как раз туда вот, по сюжету. А это второй тайный какой-то медальон. Уже интересно. Это, наверное, тот, который нам от этого, да? От дружка вот этой, как ее. Дух-то у нас еще есть. Где одетые духи? Которая лучница, да, вот. От Латены. Альбинорки. Вот, Альбинор нам же давал одну из половинок. Наверное, как раз вот он и давал. Вот эту половину, да? Или нет? Я ошибаюсь? Нет, я, наверное, не ошибаюсь. Память-то мне не должна. Как-то дурить. Так, подожди. А это послание прочесть? Это не надо. А, выбрать действие. Прочесть послание, поднять тайный медальон, поднять медальон. О, отлично, поднять тайный медальон. Ну, давай тайный медальон поднимем. Это вот половинки как раз. Зеленый. И глаза зеленые, отлично. Может, это как раз и будет в левую сторону проход. Нет, это наверх, смотри, нас ведут, значит, навряд ли. Потому что эта часть, она в низине находится. Да куда-то в другое место меня ведут. Куда-то интересное. Такой темный персонаж. Так, а, блин, это при свете было все. Ужас какой. Плохо. Так, тут послание оставило, ага. На камень, наверное, не стоит наступать. Залезать. Ага. Но это... Там явно ничего нету, я не вижу. Это просто бестолковые. Просто я не вижу. Там максимум, что могло бы лежать в таком случае, какой-нибудь камень, не более. Ну да, это то же самое, как с этой стороны пробежать. А с этой стороны пусто, значит ничего. Так. Ну да, и смысл есть, можно сюда просто пробежать. Ну я говорю, бестолковые. Так, это подожди. Раз, два, три, ага. Все правильно. Так, ладно, ладно. Костерка здесь нет, да, благодати. А, это подземелье какое-то, нормально. Секретное, суперсложное, да? Может, это собака? Осторожно, опасность, да, я вижу по кровавым пятнам. Опасность тут не то слово. Тайный путь к святому древу. А, ну тут есть это, окей. То есть мы, если что, воскреснем. А чё так много пятен крови-то? Чё случилось? Сверху вроде никого. Чё-то пошло не так. А, подожди. Будь у меня ключ... Чё, босс очередной сразу же? Чё, народ здесь умирал? Чё случилось? Чё за фигня? Откуда столько... Подожди. Что за пятна крови? Меня это не устраивает. С кем-то сражались. А, наверное, кто-то спереди, да? Thank you.
Ну ладно, пойдем. Да, вперед или налево? Идем вперед. А звук мне нигде не нравится. Так, что там писали? Впереди требуется захват цели. Хорошо. Вот там. Непонятно. Ага, два. Кого-то два. Ой-ой-ой. Это хотя бы. Вообще непонятно пока кто это, но дают мало. Атаковать из засады. Ага. Ах, ты ж смотри. А, так это щупальцами. Чуть-чуть не то использовал. Ну это такое себе. Чё от него умирать-то? Ну хотя, если идти вперед. Не, ну он бы, наверное, убил бы всех остальных. А, захват, все-таки у него есть захват. Тогда понятно. А я думал, у него нет захвата. Я думал, он это просто всем телом падает и тебя раздавливает. А у него, оказывается, захват есть. Угу. Угу. Ну, пока у нас мало душ, давай попробуем посмотреть, как бы это выглядело, если бы... Если бы мы туда тупо ворвались. Но в любом случае надо забрать то, что там валяется. Там какая-нибудь мелочь ненужная. Вот смотри, вот эти вот стоят здесь, этому молятся. А, это мелкие просто. Блин, да я-то думал, это такие же мелкие. Только зря стрелы переводил. Понятно, ну это просто тупо ловушка. Ясно. Можно проходить, короче. Пробегать мимо. Она сделает ничего, там не пролезешь тут. Ух ты ж, я только сейчас его заметил. Ты слишком жирный, смирись. О, как я его прям на лету, да, гадина такая. Так, что у нас здесь? Ничего, да, впереди радость отсутствует. А зачем? Я вижу, там что-то валяется. Угу. Спасибо, не надо. Я увидел все, что мне надо было. Да ты что, и здесь... А, ты упал и решил отхилиться? Какая ты молодец. А чё вас так много? Перестань. Даже не пытайся.
Так, я пытаюсь осмотреться. Слева-справа вроде ничего не видно. Да, вроде ничего нету. Можно проходить. Ага. Это захват. О, и костерочек. Прекрасно. Вот здесь мы на этом-то и закончим. На этом костерочке. Опять в какой-то туман, куда выходим. Священное заснеженное поле. Да ты что? Это все-таки проход сюда. Вот это я прям молодец. Вот это я прям... Блин, ну может быть тогда до карты добежать с тобой? Попытаться, давай. Попытаемся. Чё говоришь? А, ты на лошади не будешь говорить, да? Это не твое. О, ласковые лучи, укажите мне путь. Обещанный путь к святому древу. А-а-а. Типа лучики вот эти вот. Имеется в виду, да? Смотри, как подходишь, и там где-то что-то загорается. Ага. Благодать еще одна. Прекрасно. Но мне нужна карта, мне этого недостаточно. Вон еще. Понятно, это, короче, туманная локация, и нам вон пути показаны. Прекрасно. Ага. Врагов я пока буду стараться мимо обходить. Так, а где мой луч? Стоп. Так, это запомним. Так, молится. Зараза. Что-то перевозит. Хорош. Не дают. Окей, вон луч. Хорошо, луч указывает туда. Здесь можно спрыгивать? Да. Так, и давай прям вот. Вот до сюда. Так, добежали, хорошо. Так, очень аккуратно, я боюсь, что здесь будет где-то обрыв. Плохо. Плохо видно. Ну, я, по-моему, правильно иду. О, нет тумана. А вон камень, да? Ага. Вот она у нас карта. Так. Так, волк. Так, подождите, постойте. По-моему, есть штука, если я не ошибаюсь, называется ложная благодать. Она должна, по идее, да, указывать путь. Вон там, да? Путь куда она мне
Так, найди новое. Вот это да. Там пещера, вон, смотри, я вижу. Дерево. А туман можно растить, этот туман как-нибудь? Так, ну я 100% вот сюда. А, то есть, вообще все. Это крепость. Угу. Так, вот это можно убирать, вот это можно убирать. Вот что, как башня какая-то. Была бы, блин. Мне кажется, где-то вот здесь должна быть благодать. Это где-то вон там, да? Уж слишком близко с какой-то крепостью непонятной, руинами. Какой-то магический город напоминает. Я думаю, здесь должна быть, да, где-то? Орден Литургический город. Так, волки. Во, отлично. Прекрасненько, так. Вот здесь мы с тобой закончим. Так что не удивляйся, что если в следующей серии у меня будет прокачан персонаж, и если мы с тобой вообще не здесь где-нибудь встретимся, возможно, я буду бегать вне записи, где-нибудь выискивать. Потому что я не знаю даже, когда эта серия выйдет. Вот, по-хорошему надо, чтобы она, наверное, вышла где-нибудь в четверг. Не, на четверг у меня, по-моему, там есть серия. Да, на четверг есть, по-хорошему, в пятницу. Но если в пятницу не выйдет, и в субботу не выйдет, и в воскресенье не выйдет, то жди где-нибудь во вторник. Понедельник обычно у меня такой, типа, выходного дня. Ну и суббота с воскресеньем тоже не всегда бывает. Так что посмотрим, не знаю, как будет настроение. На этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Что-то у нас меняется здесь. К чему-то мы движемся. Так что подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось видео, подписывайся на Boosty канал, подписывайся на Discord канал, подписывайся на группу ВКонтакте Стасянчик ТВ, и всем удачи, всем пока-пока.